пожаловать! Сегодня в меню куриный суп. Для этого нам понадобится вареная куриная грудка, 1 столовая ложка муки, 3 столовые ложки мелкой лапши, 1 столовая ложка сливочного масла, специи, красный перец, сушеный тимьян, черный перец, соль. Ставим на огонь кастрюлю. Наливаем немного растительного масла. Затем добавляем сливочное масло. Ждем, когда растопится сливочное масло, кладем муку. Хорошо перемешиваем и жарим на медленном огне. Когда мука подрумянится, закидываем лапшу и точно так же перемешиваем, хорошо обжариваем. Бульон, в котором варилась куриная грудка, выливаем в кастрюлю. Перемешиваем. Кладем куриную грудку. Солим. В суп выжимаем сок половинки лимона. Все это перемешиваем и оставляем вариться. Суп готов, теперь делаем зажарку. Для этого берем маленькую кастрюлю, туда накладываем сливочное масло, потом все специи. Это красный перец, черный перец, сушеный тимьян. И жарим около полминуты. Выключаем огонь. Специи добавляем к супу. Хорошо перемешиваем. И суп готов. Приятного аппетита!